Я репортер из газеты Daily Chronicle. Есть одна вещь, которую я узнал за годы работы журналистом, что конец повествования редко является окончанием истории. В жизни зачастую это только начало истории. Этот случай явился началом для меня. Хотя мы встретились ненадолго и всего лишь обменялись фразами, моя жизнь изменилась навсегда. Forever. Здравствуйте, я из Daily Chronicle. Я брал интервью у Винченцо Вивальди, известного в мире скрипача и композитора. Признаюсь, я немного знал о нем, но у меня были подготовлены вопросы. Как ему удалось достичь такого успеха? Как он умудрился столько сделать? И что вдохновило его, чтобы начать играть на скрипке? Я чувствовал, что вступаю на неизведанную землю, когда входил в его комнату. Закрытые глаза создавали ощущение, что этому человеку недолго осталось пребывать в этом мире. Спасибо, что согласились принять меня, мистер Вивальди. Скажите для читателей, что оказалось ключевым фактором, побудившим вас на грандиозные и величественные достижения? Опус. Это были последние слова, которые он произнес в своей жизни. Когда в тот день я покидал его дом, у меня появились более значимые вопросы, чем те, с которыми я приехал. Опус — это величайшее произведение композитора, и для нас, людей, опус важен, поскольку это наиболее великое, потрясающее и экстраординарное из того, что мы можем достичь. Вы и я здесь для того, чтобы создать, сотворить, привнести что-то значимое. У каждого в глубине души есть мечта, и сознание и видение этого вдохновляет вас. Каждый может сделать это. Да, есть клише. Каждый должен мечтать, вы должны заниматься любимым делом, и это правильно. Просто люди не всегда готовы верить расхожим идеям. Лучший способ, чтобы спрогнозировать ваше будущее, это придумать его себе самостоятельно. Это целиком ваша задача. Винченцо попал в Америку, когда ему было 7 лет. Он прибыл из Старого Света, Европы. Когда он поднимался на борт корабля, у него не было идей о том, чем он будет заниматься. Но затем произошли два события, изменившие его жизнь навсегда. Одним была новая страна, другим оказались его учитель и скрипка.
Мальчик был очарован, когда услышал звуки скрипки. И в его сердце зародилась мысль о том, что однажды и он сможет так играть. Винченцо тогда сказал скрипачу, что он хочет играть так же когда-нибудь. «Ты действительно веришь в это? Ты веришь, что ты сможешь?» — спросил в ответ пожилой человек. Молодой человек ответил «Да». «Это ключ для открытия твоего опуса», — старик улыбнулся и сказал. Мальчик встал на путь к тому, чтобы стать великим. Он дал молодому человеку блокнот и сказал, чтобы тот записал именно то, чего хочет, и посоветовал всегда хранить при себе эти записи. Винченцо написал, что в какой-то день он станет величайшим в мире композитором. Старик сказал, положив руку мальчику на плечо, «Когда ты этого добьешься, то не останавливайся, помни. Твой опус — это не то, что ты делаешь, а тот след в истории, который ты оставишь». Винченцо не понимал смысла фразы, но скрипач сказал, «Наступит день, когда ты поймешь, что это значит». Когда Винченцо покинул старика, он был благодарен за сделанный ему замечательный подарок. И хотя он даже не знал имя старика, этот незнакомец навсегда изменил его жизнь. Видение — это то, кем вы решили стать. Если бы вы имели волшебную палочку, и вы могли бы заниматься тем, что важно для вас, если бы вы могли наладить и упрочнить связи, и вы не были бы ограничены в средствах и их источниках, какие бы великие достижения вы смогли бы осуществить в своей жизни? Знаете, когда вы начинаете свой жизненный путь, в юности или позже, неважно, когда вы начинаете, но я думаю, вам нужно подумать. Посмотреть, что же вы любите делать, что дает вам силы, ваш источник страсти и то, чему вы можете посвятить свою жизнь. То, что вы можете вообразить, может быть настолько великим и грандиозным, что может даже вас напугать и ввести в ступор. Жизненность ваших устремлений прямо пропорциональна яркости вашего видения. И когда у вас имеется ясное видение, происходит сближение с вашей жизнью. Возникает согласование. Люди начинают синхронизировать свою жизнь, чтобы приблизиться к исполнению своего видения. Существует взаимное тяготение между тем, что люди чувствуют, говорят и делают. И всегда существует притяжение между тем, что мы закладываем в свои мысли, чувства, слова и действия. Распространенное заблуждение возникает у людей, когда они узнают о том, что навлекают на себя события, если о них думают. Они думают, что все дело в позитивном мышлении. Нет. Конечно, позитивное мышление лучше, чем негативное. Но обычно под позитивным мышлением понимают тривиальное размышление о вещах, которые доставляют приятные эмоции. И в этих размышлениях люди не рассматривают себя в качестве активных действующих лиц. И тогда эти мысли теряют силу притяжения. Вы представляете машину, вы представляете дом, вы представляете много денег. И это может быть ваше представление об успехе. Но здесь есть существенный момент. Если вы всего лишь думаете о вещах, рассматривая их только как позитивные, вы их не привлекаете. Это ощущение, которое придает силу вашим мыслям. Исследования наиболее авторитетных институтов обнаружили, что сердце имеет 5000 раз большую силу, чем мозг. Поэтому это реальный источник сил для людей. И когда мы желаем что-то получить с помощью нашей головы, мы только отдаляемся. Но когда мы придаем силы нашим чувствам с помощью сердца, чувств, реалистичности того, что мы можем что-то получить, добавляем чувство любовной страсти к этим мыслям, тогда мы переходим к вдохновленным действиям, которые приведут нас туда, куда мы хотим попасть.
Каждый раз, когда мы ставим себе цели, которые противоречат нашим высшим ценностям, мы всегда будем отклоняться и стремляться именно к тому, что важно для нас. Поэтому очень важно ставить в качестве цели то, что не будет противоречить нашим ценностям. И тогда вам не потребуется мотивация извне, вам будет достаточно вдохновения изнутри. Я каждый день работаю с молодежью, с тысячами подростков по всей стране. Я знаю, что для того, чтобы помочь им поверить в себя, необходимо видение, нацеленное на успех, как у многих взрослых. В первую очередь необходимо быть оригинальным, быть собой, не становиться приспособленцем, конформистом. Нужно обнаруживать собственные дарования, они есть у каждого, и они позволят человеку раскрыть себя. Вера в себя — это первый шаг к чему-либо великому. Если вы считаете, что на что-то не способны, значит, вы проиграли еще до выхода на стартовую линию. Это видно, если посмотреть на школьников. Когда они выходят на беговую дорожку, все выглядят одинаково хорошо. Но когда одни вырываются вперед, другие начинают отставать. И потом кто-то из отстающих переходит на шаг, иногда даже сходит с дистанции. И это потому, что отстающие понимают, что им не догнать тех, кто впереди. А если так, то зачем же бежать дальше? Логика в мозгу подсказывает, что в этом нет смысла. Если вы верите, что проиграете, то все мышцы лишаются сил. Я начал, когда мне было 20. Я жил в нищете, в Америке. И многим этого даже не понять и ни с чем не сравнить. И единственное, что позволило мне начать, это лишь вера в свои собственные возможности. Мы становимся теми, в кого верим. Я не думаю, что мы действительно знаем, на что мы способны, но в каждом из нас есть невероятный потенциал. Я хочу повторить, во всех, а не только у некоторых. Если вы обнаружили свою страсть, и это придает вам энергию, если вы начали мечтать и стали приверженцем этой мечты, вы добьетесь успеха, и он будет даже больше, чем вы могли бы себе представить. Это нормально верить в себя. Начните сейчас. Начните сегодня. Вы — это нечто намного большее, чем вы были раньше. Винченцо поставил цель. Он начал верить в нее с усердием и тщательностью, и тогда она стала реалистичной. Он обнаружил это в своем сердце и в голове. Он проживал это так ярко, как будто это уже свершилось. Это дало ему толчок для того, чтобы начать. Я думаю, существует единственный способ, чтобы поставить себе цель, необходимо ясное видение. И это ясное видение исходит не обязательно из головы, оно возникает изнутри. Чем сильнее развито у нас внутреннее чутье, тем сильнее наша базовая индивидуальность, и нам нужно прислушиваться к своему внутреннему «я». Тогда у нас возникнет образ нашего предназначения. Проблема в том, что у большинства людей нет этого ясного видения. И это от того, что люди просто не позволяют себе иметь это видение. Обычно людям намного проще использовать чужие идеи об успехе других. Один из шагов, которые люди не выполняют должным образом, это первый шаг — намерение. Во множестве случаев намерения вытекают из обязательств, что я должен. Я обнаруживаю, что оказываюсь в тупике. В нашем обществе не просто оказаться в тупике, но я думаю, это важно — остановиться и заглянуть себе в душу. Однажды меня спросили, если бы я могла попросить все, что угодно, если бы я могла сделать жизнь такой, как захочу, что бы это было? И я не смогла ответить, потому что мне очень хорошо удавалось справляться со сложностями. Я даже гордилась тем, что удавалось найти лучший выход из худших ситуаций. И мне нужно было представить крайне сложную ситуацию, чтобы определить, кто я есть, чтобы ощутить свои достоинства и сделать что-нибудь. Кто-то спросил меня, если бы я была на переднем крае, стала бы я такой, какой мне хотелось быть? И я не смогла ответить на этот вопрос. Я подумала, что мне нужен иной подход для нахождения ответа. Единственный способ получить ясную картину того, куда вы стремитесь, и определить, то ли это, чего вы хотите от жизни, это не переставая думать и спрашивать себя, то ли это, чего я хочу, как мне это нравится, и куда же я хочу идти.
1960-х президент Кеннеди решил, что необходимо отправить человека на Луну к концу десятилетия. Космическое агентство приняло план и попыталось выработать определение, чтобы означал успех этой программы. И обнаружило, что недостаточно только отправить человека на Луну, его еще нужно безопасно вернуть на Землю. Итак, план был пересмотрен. Группа ученых, которая ожидала достичь успеха, сначала посмотрела в будущее, а потом обратилась к настоящему и доработала план. И для большинства из нас проблема представляет нечеткое видение того, что значит успех. Я начал думать об этом творческом проекте жизни, и для меня это похоже на сочинение музыки, потому что мне всегда нравилось сочинять музыку, и я вижу здесь четкую параллель, поскольку процессы одинаковые. Ведь музыка рождается в результате вдохновения. Вы не можете сочинить музыку по правилам, таких правил не существует. Я делаю это ради удовольствия, я полностью управляю процессом. И вдохновение также важно в жизни. Это можно использовать как направление, и это может создать видение. А для кого-то другого это подобно страсти, а у других могут иметься собственные методы, отвечающие их области интересов. У меня своя философия жизни, и она заключается в том, что достижение любой цели в жизни – это на 99% желания и 1% методологии. Быть кристально чистым насчет того, чего вы хотите, а методы можно найти позднее. Когда люди говорят о ясности, они обычно предлагают просто записать цели. Но наиболее важный элемент обычно упускают – это обнаружение ваших мотивов. Если вы определили свои цели быстро, вам нужно пояснить, почему вы этого хотите, почему это важно для вас, почему вам нужно это в жизни. И чем более обоснованные мотивы вы найдете, тем более просто вам будет в достижении ваших целей. Наконец, у Винченцо появилась возможность получить скрипку. В момент, когда он увидел скрипку, он знал, что он должен ее иметь. Любящая мать чувствовала то же. Играть на скрипке оказалось не так легко, как казалось на первый взгляд. Но Винченцо принял решение обязательно, вне зависимости от обстоятельств, освоить этот инструмент. Начните с постановки ясных целей. Не просто думайте о них. Запишите их, обрисовав картину ваших устремлений. Прорисовывайте картину вашей будущей жизни и стиль вашего поведения. Начните с мозгового штурма и просто записывайте то, что придет вам в голову. Пишите, какой вы хотите видеть свою жизнь. Вы обнаружите, что многие идеи возникнут, когда вы их записываете. Это нормально. Наступит время, и вы примете окончательное решение о том, чего вы хотите. Потому что ваши разнонаправленные устремления нуждаются в балансировке. Вам нужно постепенно избавиться от шума, чтобы навлечь на себя то будущее, которое вы желаете. Когда вы чего-то достигаете, какие моменты для вас наиболее значимы? Некоторые считают, что этот момент наступает при пересечении финишной черты. Другие ощущают победу, поднимаясь на вершину горы. Кто-то радуется, глядя на сумму накоплений в банке, когда сумма достигает определенной значимой величины. Если это ваши цели, то вам знакомы моменты, которые стимулируют вас, чтобы вы их достигли, несомненно. Но не это ваши величайшие моменты. Ваши величайшие моменты можно определить по трем признакам. Первое. Окажет ли такой момент наиболее долгосрочное влияние на вашу жизнь? У какого момента будут наиболее значимые последствия? И какой из моментов окажет наиболее сильное воздействие на вас и на тех, кто вас окружает? Вот такие величайшие моменты придадут вам решимости. А решимость меняет все. По мере того, как Винченцо превращался из мальчика в мужчину, он не упускал из виду свою мечту.
Винченцо начал работать и стал откладывать деньги, чтобы брать уроки игры на скрипке. Он опять этим занимается, думает обо всем, кроме того, о чем должен думать. Были те, кто думал, что ничто его нереально, и что он никогда их не достигнет. Он хочет стать знаменитым. Дамы и господа, встречайте звезду, единственный и неповторимый, теряющий время и грезящий наяву уборщик с метлой. But he remembered the words of the old master on the boat. Скрипача на корабле. Do you really believe you can? Это ключ для открытия твоего опуса. Винченцо, подметай пол, мальчик, подметай. Винченцо имел храбрость, чтобы продолжить дальше. С чего вам начать? Вы просто начинайте. Большинство людей просто ждут, теряя время, ждут, пока не приобретут больше времени, больше знаний, пока не наступит подходящий момент. Самое подходящее время, чтобы начать немедленно. Вы не можете сидеть на диване с пакетом картофельных чипсов и ожидать, что что-то произойдет само собой. Представлять и материализовывать. Да, но вы должны действовать. Посредственный план сегодня лучше, чем идеальный план завтра, потому что завтра у вас никогда не наступит. Мы знаем, что на принятие решения уходит 30 дней, или 3 недели, или 3 дня, а для некоторых людей 3 часа. И это результат их потрясающей решимости. И вот поэтому я предлагаю людям отступить на шаг назад и сконцентрироваться на том, что они могут сделать, а не на том, что они могли бы сделать. Если у вас не получается начать с большой картины, начните с маленькой. Решения, которые вы приняли, не обязательно будут приятными. Это не то, о чем вы могли бы сказать. Да, я бы с удовольствием. В этом нет силы. Вам нужно начать с ясности и добавить определенные действия. Что вы сделаете, чтобы события произошли? Я ярый сторонник планирования, отчасти потому, что моя карьера начиналась в индустрии телевидения. Если программа не спланирована, вы навлекаете на себя неприятности. Это отнюдь не означает, что вы должны планировать все досконально. Но когда у вас есть план, вы можете менять его и адаптировать на этапе реализации. Тоже я могу сказать о написании музыки. Я начинаю с представления о том, что я хочу получить, но в моей голове нет всех тех нот, которые я напишу. Именно это делает процесс веселым и творческим. Потому что если вы обнаруживаете, что в результате у вас получилось именно то, что вы изначально планировали, то это означает, что вы отсекли все альтернативные возможности. Вам не нужно знать все до того, как вы начнете. Наиболее успешные люди никогда не знали всех ответов. Они никогда не ждали до тех пор, пока не найдут ответов на все вопросы. Они просто начинали. Они не давали сложным вопросам возможности парализовать их. Они были готовы столкнуться с неизвестным и научиться решать новые проблемы, не имея предварительно заготовленных решений. Они знали, что ответы найдутся по мере того, как они будут продвигаться вперед. Большинство решений возникает по ходу действия, а не в результате расчета. Вам тоже нужно научиться этому. Когда вы столкнетесь со сложностями, вам нужно помнить, те, кто добивается лучших результатов, не стремятся сделать все идеально. Они импровизаторы. Начинайте. Начать трудно. Это страшно. И я знаю на своем опыте, некоторые люди просто ждут, пока все не будет выглядеть превосходно. Но не существует идеального времени. У вас никогда не будет безупречного плана. Вам всего лишь нужно двигаться вперед, если вы уверены в вашем устремлении. Это усилит вашу уверенность. Это может произойти. Это произойдет. Вам нужно поддерживать уверенность и продолжать двигаться дальше, зная, что у вас нет всех ответов. Я хотел быть пилотом истребителя всю жизнь, но в 1986 со мной произошел случай, который разбил вдребезги мои надежды. В 1986 году вышел на экран фильм «Лучший стрелок». Вы, наверное, думаете, что для меня это был источник мотивации, но в реальности было другое. В это время каждый захотел стать пилотом истребителя, так же, как я. Только для того, чтобы быть похожим на киногероя. И что я вспоминаю? Я был совершенно обычный парнишка. Я знал людей, которые были лучше меня. Они были умнее, быстрее, сильнее меня. И я подумал, что у меня больше нет шансов, потому что слишком много этих людей хотят того же, чего хотел я.
Если быть честным, я чувствовал себя, как если бы оказался в детском саду. Не знаю, сколько времени потребовалось, чтобы выйти из этого состояния и перестать лежать лежнем и жевать сопли. Правильно, это очень похоже на детский сад. Смотреть на людей, которые лучше тебя, и знать, что они в любом случае тебя обставят. Я распрощался со своими мечтами и был сильно подавлен. Но со временем на опыте я обнаружил, что даже если я отношусь к 5% наиболее отсталых, то имеется 95% людей, которые лучше меня, но которые не предпринимают никаких действий. Часто люди имеют великолепную идею, она их воодушевляет. «О, я собираюсь сделать вот это». Но знаете что? Они это не делают. Они думают об этом, они вдохновляются этим, может на час, может на день, может даже на неделю или месяц, но затем эти идеи умирают. Они не предпринимают действий, им не хватает приверженности, страсти для этого. Это как мимолетные идеи. И поэтому одно из условий для успеха, одно из важнейших условий успеха, да, у вас есть мечта, у вас есть видение, у вас есть план, и теперь вам нужно действовать. Если вы во что-то действительно верите, вы начинаете действовать. Я всегда говорю людям, что последние 6 букв слова «влечение» формируют слово «действие». Многие люди фокусируются на размышлении, но не на действии. Если вы верите, что что-то произойдет, и представляете это ясно, это поддерживает вашу энергию. И то, что вы начинаете привлекать к себе не обязательно автомобиль, это могут быть возможности, стратегии, ресурсы, книги и так далее. Если вы не предпринимаете действия, вы не получите результата. Вы должны действовать. Они могут быть очень маленькими или очень большими. Это то, что я называю вдохновленные действия, потому что они исходят изнутри вас. Вы можете постучать в чью-то дверь, посетить семинар, посмотреть какой-либо фильм или купить определенную книгу. Не так важно, что конкретно это будет. Ваша персональная задача — сделать это. Я достиг успеха в разных областях, просто потому, что я пошел и начал действовать. И поэтому вот вы сидите сегодня, начинаете мечтать, у вас есть цель, вдохновение, и может даже изобретение на миллионы. И вот что отделяет вас от вашей мечты, это последовательность действий, реализация. Вам нужно взять быка за рога, собрать волю в кулак и жить на границе привычного. Тогда вас ждет успех. Винченцо продолжал искать все доступные ему пути повышения мастерства. Он заводил знакомства с мастерами, которые помогали ему развивать его дарование и поддерживать его устремления. Это требовало усилий и работы. Практика помогала развивать и улучшать его навыки. Инструмент начал петь. Что бы вы ни делали, будь то в спорте, или в бизнесе, или в авиации, вы найдете героев, мастеров, людей, которые достигли успеха до вас, и которые согласятся научить вас тому, как стать тем, кем вы хотите. Вам не нужно пробиваться в жизни в одиночку. Если у вас есть какая-либо цель, то первое, что я вам посоветую, это окружить себя людьми, которые верят в то, что вы делаете. И это не обязательно ваши друзья или близкие родственники, или коллеги по работе. Вам нужно создать свое окружение, подобрать себе тайных вдохновителей. Я называю их совет директоров, людей, которые вас поддерживают. Когда встречаюсь со своими единомышленниками, я хочу быть самым глупым среди них. Я не хочу быть самым умным, я хочу быть самым глупым. Потому что если я буду самый умный, то никого не стану слушать. То, что я думаю, я уже знаю. Не будет учения, обмена мнениями, и это не принесет мне ничего ценного. Но если я самый глупый, тогда остальные будут мне более интересны. Это позволит мне чему-то научиться у них. Это позволит мне заткнуться и присесть. У меня появится возможность научиться, потому что когда мы слишком много говорим, мы не слушаем. Мне нравится идея моделирования успеха других людей. До той степени, пока вы не скажете: «Эй, это уже не мое», потому что если вы пойдете дальше, это не будет работать для вас.
Если у вас возникает сопротивление, то вы не сможете повторять успех другого человека, неважно, насколько бы хорош он ни был. Поэтому я имитирую многих людей, а не какого-то конкретного человека. Я смотрю на отдельного человека и говорю, я точно повзаимствую у него вот это. А у другого я не вижу ничего ценного для себя. Я оставляю его и иду к кому-то другому. Там, где есть величие, встречаются и бедствия. Когда мы работаем, у нас обнаруживаются трудности. У Винченцо препятствия возникли, когда ему исполнилось 17. В один день, по пути к учителю на урок игры на скрипке, он обнаружил, что его зрение затуманилось. Вскоре большие темные пятна возникли у него перед глазами. И в один день он проснулся полностью слепым. Он не мог видеть. Это было несчастье. This proved to be a big adversity. В марте 1981 мир для меня перевернулся. Мне казалось, что я оказался в преисподней, на другом конце Вселенной. А до этого у меня в жизни было все. И страховка, пенсия, много денег, и прекрасный дом, крутая машина, замечательная жена. Вы знаете, я жил в американской мечте, я так думал. А затем я купил самолет. Я совершал полеты ради удовольствия, но в один день моя жизнь изменилась. У меня отказал двигатель, мне нужно было приземлиться, но мой самолет рухнул. Когда я переходила в старшие классы, я не сильно гуляла. Мы переехали в другой город, и я чувствовала себя слегка неловко. И как-то встретила человека, о котором можно сказать: «О, это он!» И в результате забеременела, когда я была в старших классах. И меня сильно осуждали в школе. Многие имели обо мне предубеждения, и школьная система в целом. Но чтобы куда-то поступить, мне нужны были хорошие оценки в выпускном классе. И мне потребовалось много времени, чтобы вернуть уверенность в себе. И поэтому моя взрослая жизнь началась, когда я стала беременной. Когда я родилась, мои родители не знали, что я буду маленькой, не думали, что я буду карликом. Поэтому это было неожиданностью. И для них это было непросто пережить это, смириться. И когда я пошла в школу, у меня были проблемы с детьми, которые дразнили меня, придумывали мне прозвища. Через 4 дня я очнулся в больнице. Я был в плохом состоянии. У меня были переломаны многие кости, включая кости позвоночника и черепа. Грудная клетка была повреждена настолько, что я не мог дышать самостоятельно, есть или пить. Почти все мои мышцы не действовали. Я мог только моргать глазами. Я был совершенно беспомощен. И за 8 месяцев в больнице мне не удалось научиться делать что-либо большее, чем моргать глазами. Я молилась о том, чтобы научиться чему-нибудь из этих событий, и, наверное, в один день помочь кому-то пережить подобное. Я дала жизнь младенцу, девочке. Я прожила с ней 5 месяцев. И это было очень сложное время. Я подрабатывала на 3 работах и совсем отчаялась. Я не справлялась, решила отдать ее на усыновление. Тогда пришла женщина и забрала моего ребенка и увезла его с собой. Я ощущала себя худшей грешницей на земле. И мне потребовалось много времени, чтобы обрести веру в себя и узнать в себе человека, который имеет ценность для общества. В 4 классе для меня наступил переломный момент. Я обнаружила, что быть маленькой — это то, к чему я была не готова. До этого я надеялась подрасти, но потом поняла, что я буду маленькой всю свою жизнь. Мои друзья были по меньшей мере на 40 сантиметров выше, чем я. Если раньше я была немного ниже, чем мои одногодки, то теперь я значительно отличалась от них. Через 8 месяцев пребывания в больнице я встал на ноги.
И многие говорили об этом как о невозможном. Но это произошло. Хотя это не было концом пути, а только началом, поскольку мне пришлось потратить еще 5 лет на интенсивную терапию. Итак, я пошла работать. И когда я пошла на работу, я решила для себя, что сделаю себя кем-то. Может быть, однажды я увижу эту девочку снова и смогу стать для нее живым примером чего-то хорошего. Однажды я сидела со своим учителем, моим наставником, который помогал мне развиваться как личности. И он сказал мне: «Знаешь, Пегги, я заметил, что ты много времени тратишь на сожаления, но в один день ты проснешься, как человек среднего роста, и все твои горести улетучатся. Но скажи мне, это так нереалистично? Я готов поспорить, что ты будешь более успешна, если ты не будешь фокусироваться на том, чего не можешь изменить, но выберешь такие вещи, как, например, твое отношение к жизни и убеждения, твои духовные процессы и подобного рода вещи». Итак, для меня это стало точкой перелома. И в самом деле я посмотрела на вещи и сказала: «О бог ты мой, я же думаю о всякой чепухе, и мне нужно примириться с тем фактом, что я не могу принять свой рост как данность, но не могу изменить его. С другой стороны, я увидела, что могу повлиять на мой внутренний рост. Я видел, что думают доктора. Я видел, что думают профессиональные медики и другие люди. Имело ли значение то, во что верил я? Слишком много людей говорило, что я не смогу сделать это. Мог ли я что-то сделать, если все говорили мне, что я не смогу? И я могу сказать, что не важно, что думают окружающие. Важно, что вы думаете и во что верите. В прошлом году, в День матери, через 27 лет после того, как я отдала дочь незнакомой женщине, знаете, кто мне позвонил? Моя маленькая дочка Джеки. И она начала разговор с вопроса: «Могу ли я называть тебя мамой?» Это потрясающе. Для меня это было потрясающе. И когда я вспоминаю, что произошло в моей молодости, я каюсь в моих грехах. Но когда вы упали на колени и осознали себя ничтожеством, поняли, что вы никто, вам нужно осознать, что вы кто-то. Вам нужно найти в себе положительное, найти в себе силы, выйти к людям и заняться хорошей работой. Сейчас мы с Джеки стали хорошими подругами. Я благодарю Бога, что она стала ценным человеком общества. Я с трудом закончила среднюю школу, а затем мне удалось попасть в число женщин-лидеров Гарварда. У меня были периоды отчаяния. У меня были моменты, когда я терял веру в то, что у меня получится. У меня и сейчас такое бывает. Конечно, по-другому быть не может. Но важно оставаться нацеленным на результат долгое время. Это нормально, что вы иногда будете падать, но также нормально вставать с колен. Я вырвалась из темных глубин на высоту потрясающих высот радости и даже превосходства. Раньше я больше плакала от уныния, а сейчас я больше плачу от радости. I cry most days out of joy. Винченцо продолжал практиковаться в игре на своем инструменте. Но теперь это было намного сложнее, музыка уже не лилась так легко, как прежде. Часто он замечал неправильное звучание. Часто люди возле него замечали, что он ошибается. Он начал понимать, что у него не получается. Я не могу. Винченцо сдался. Он чувствовал, как будто у него украли дар, которым он обладал. Его сердце закололо, когда он подходил к магазину инструментов. А, Винченцо, какой сюрприз! Что тебя к нам привело? Я бы хотел продать свою скрипку. Это были самые болезненные слова, которые он когда-либо произносил. Ты уверен в этом? Ну, давай посмотрим. Well, let's have a look, shall we?
Это та скрипка, которую я тебе продал много лет назад. И ты принес мне ее обратно? Это так. Я уверен, ты сохранил ее в прекрасном состоянии. Но мне нужно определенно знать, что она работает. Итак, не мог бы ты оказать мне небольшую услугу, Винченцо? Может быть, ты сыграешь немного для меня? У меня нет музыки сейчас. Иногда нам не нужна заранее подготовленная музыка. Иногда музыка имеется у нас в душе. Итак, это для меня. Неохотно, но Винченцо взял скрипку и привычно поднес скрипку к подбородку и начал играть. Вначале он играл медленно, пока звуки не стали исходить от сердца. И что-то чудесное начало происходить, когда он играл. Он вновь, как раньше, почувствовал силу музыки. Когда он закончил, произошла перемена, и появилась надежда. Я не могу продать свою скрипку. Я знал, что ты не сможешь. Сохрани скрипку, Винченцо, и играй. Винченцо покидал магазин с решимостью, которую он больше не терял на пути к своей мечте. Каждый испытывает неудачи, а если не испытывает, то значит он просто ничего не делает нового. Во всем новом таятся неудачи, это факт. В педагогике имеется специальная модель, кривая обучения, она имеет форму J. После того, как мы начинаем учиться чему-то новому или изучать новую для себя информацию, мы начинаем путаться и ошибаться. Но по мере накопления опыта, проб и ошибок, наша компетенция повышается с течением времени. И наши результаты начинают улучшаться с каждым последующим уроком все заметнее. Это и есть кривая Джей. Новый опыт подобен тоннелю. Сначала мы ощущаем неловкость, не видим света в конце. Необходимо понимать, что это нормально. Мы выберемся на свет, если проявим упорство. Я знаю одного руководителя проекта, который допустил огромные ошибки. Эти ошибки обошлись компании в миллионы, и это реальная история. Миллионные убытки за каждую из сделанных им ошибок. И этот руководитель назначил встречу с генеральным директором и подал прошение об отставке во избежание дальнейших потерь. На что директор сильно удивился. «Мы уже потратили миллионы долларов на то, чтобы дать вам образование, и вы не можете сейчас просто взять и уйти. Конечно, не всякий работодатель обладает таким сочувствием, но жизнь всегда дает второй шанс. Каждого из нас однажды отвергают. Вы и я не должны смиряться с отказами. Обеспечьте себе защиту от отторжения. Мы с Джеком потратили на написание нашей книги 3 года, и мы начали продавать ее в Нью-Йорке. Наняли хорошего агента, и 30 издательств сказали нам «Гуляй, Вася».
Джекса. И тогда мы обратились в BEA, Book Expo of America. Мы пошли по разным этажам, и больше сотни человек сказали нам: «Уходите, нам неинтересно. Мы никогда не будем продавать то, что вы предлагаете». Секретное слово, которое знает любой победитель, следующее. У вас будут препятствия, у вас будут неприятности, они у вас обязательно будут, я это вам гарантирую. Так что же поможет вам пробиться дальше? Это ваша страсть, ваша энергия, ваша приверженность вашему плану. И ух, это может быть очень захватывающе. Я никогда не встречал успешного человека, у которого бы не было неудач, никогда за всю свою жизнь. У всех людей, о которых я читал, о которых узнавал, и также было в моей собственной жизни. Каждый успешный человек, которого я знал, испытывал неудачи. Разница между успешными людьми и теми, кто не смог добиться успеха, а ведь неудачи происходят у каждого из нас, заключается в том, что успешные люди не боятся неудач, и они учатся их преодолевать. Они учатся мириться с ними и пользоваться ими, работать над ошибками и учиться с их помощью. И ошибки не являются негативом, это средство обучения, это плата за получение опыта. У вас есть сложные задачи и то, что усложняет вам жизнь, но все, с чем вы сталкиваетесь, впервые является препятствием, и только тогда, когда это не останавливает вас, это позволяет вам обнаружить более эффективные методы достижения своей цели. И то, что происходит с вами, это всего лишь ваше внутреннее восприятие происходящего. Поэтому, если вы принимаете вызов и начинаете думать о том, как я могу это использовать, какие преимущества для меня открываются, и как я смогу приблизиться к своей цели, то тогда это существенный шаг вперед. Если вы задаете такие вопросы и отвечаете на них, то тогда это не препятствие. Препятствие — это когда вы видите лишь отрицательную сторону. Некоторые люди настолько обеспокоены своими переживаниями, что это не позволяет им начать. Поэтому мой друг говорит: если вы не можете быть идеальным, просто начинайте, и в процессе действий вы научитесь. Что такое неудача? Это просто. Это отказ от попыток. Это не перейти на игру. Это думать о чем-то и не делать. Знаете, у вас не может быть неудачи, если вы будете пытаться, если вступите в игру. Мне нравится аналогия с ракетой. Когда я запускаю ракету, все ракеты сначала летят ровно, по прямой. Каждый инженер скажет вам, что ракета всегда допускает ошибки. Необходимо допускать ошибки, чтобы добиться успеха и поразить цель. Итак, когда я выпускаю ракету, она летит в этом направлении. И когда она захватывает свою цель, она определяет себе маршрут и корректирует его. Сначала корректировки существенны, а затем они становятся меньше и меньше. И, наконец, ракета достигает цели. И то же верно в отношении нас. У нас есть правила, есть цели и задачи. И человек, обрекающий себя на провал, когда обнаруживает первое препятствие, признается в своей беспомощности. И он поворачивает назад и прощается со своей мечтой. А человек, нацеленный на успех, когда встречает препятствие, понимает, что нужна корректировка, как у ракеты. А обнаруживая следующее препятствие, он еще корректирует маршрут, как и у ракеты. Иногда нужно двигаться зигзагообразно, чтобы достичь цели. Успеха. Когда я учился ходить, мои родители не говорили: «Ты уже упал 7 раз, давай уже закончим, Джек». Они говорили: «Иди сюда, мальчик, это может требовать много времени, но ты справишься». Для меня есть множество историй. Томас Эдисон сделал 10 тысяч экспериментальных лампочек, и многие говорили: «У тебя было 10 тысяч неудачных попыток». На что он возражал: «Я не ошибся ни единожды, это просто был процесс, состоящий из 10 тысяч шагов». Вам в жизни придется отступать, и будут вызовы, и будут трудности, и невероятно трудные дни. В моей жизни все это было. Если есть в жизни то, что можно изменить, измените. А в отношении того, что нельзя изменить, измените свое отношение. Это то, что важно для вашей жизни и вашего отношения к ней, чтобы иметь резервы, которыми вы сможете воспользоваться. Потому что будут дни испытаний, когда вам это понадобится. Будут дни, когда вы окажетесь на краю. И в эти дни будет важно, что у вас позитивное настроение и положительное ожидание будущего. Вам понадобится вся ваша вера и оптимизм в отношении всех вещей, даже в отношении возможных осложнений. Потому как именно проблемы позволяют нам расти и набирать силу, чтобы начать становиться тем, кем мы можем стать. В нашем обществе мы слишком часто фокусируемся на проблемах, и препятствиях, и вызовах, и провалах. И такого рода вещи нас парализуют. Они заставляют нас остановиться, поскольку мы не можем заглянуть за них. Но истина здесь в том, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим очень ясно, что таких вещей, как проблемы, не существует. Все в нашей жизни головоломка, а у головоломок имеются решения. Так что если вы встречаете то, в чем не уверены, это не проблема, не то, чего вам следует избегать. Вам нужно просто найти правильный ответ для этой головоломки. Я решил, что каждое событие, которое со мной происходит, это успех.
Любое. Это учеба, получение опыта, достижение какой-либо цели. Я просто учусь, расту и иду дальше. Когда вы достигаете цели, какой бы она ни была, или достигаете видения, она может эволюционировать и может стать не похожей на первоначальный вариант. Вы греетесь в лучах славы недолго. Вы можете радоваться вашему достижению, но это не должно вас расслаблять. Это демонстрирует, кто вы есть, кем вы можете быть. И у вас может возникнуть новое видение, возможно, большее. Вы хотите, чтобы успех стал вашей устойчивой привычкой? К примеру, я выиграл важнейшую игру в жизни, продал миллион экземпляров своей книги и тому подобное. Но для меня это никогда не было продажей книг. Для меня это всегда было достижением изменений. Я не могу прекратить достигать изменений, ведь это непрекращающийся процесс. Небольшие вещи, выполняемые каждодневно, это шаги, которые позволяют вам пройти долгий путь, и в какой-то момент вы внезапно обнаруживаете, что прошли столько, что уже не можете остановиться. Если у вас есть пристрастия, хорошие для вас, которые позволяют вам продвинуться в жизни, делающие вас здоровым и счастливым, то тогда успех — это одна из них. Если вы распробовали вкус успеха, то вам захочется еще. Аристотель говорил, что превосходство — это не деяние, это привычка. Поэтому сделайте свое мастерство привычкой, и тогда вы сможете сделать его высоким и многогранным, применимым для достижения разных целей, если захотите. Потому что вы не хотите сделать одну вещь, вы хотите сделать множество. Потому что когда вы смотрите на прожитую жизнь, все, что у вас есть, это память. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была полной чашей, то сохраняйте в памяти только то, что того стоит, то, что для вас ценно, жизненно важно, что, безусловно, хорошо. Единственная разница между счастливыми и счастливыми людьми заключается в их привычках. Это очень простая истина, которая сводится всего к одному. Вы — это ваши каждодневные, внутренние и внешние привычки. Приятный момент здесь в том, что каждый день вы делаете свой выбор, и вы можете выбрать новые привычки на один день. Каждое решение, которое вы принимаете в разные моменты, определяется привычками, которые вы имеете в данный день, сегодня или завтра. Привычки определяют результаты, которых мы достигаем в жизни. Поэтому, если вы хотите иметь успешную жизнь, выбирайте привычки, имеющиеся у успешных людей. А если хотите счастливую жизнь, выбирайте привычки счастливых людей. Спасибо вам всем, что пришли сюда сегодня. Мне очень приятно знать, что вы здесь. Медленно, но Винченцо получал возможность исполнять свою музыку на частных собраниях. Хотя эти собрания не были тем, чего желал Винченцо, он вкладывал душу в каждое из этих выступлений. Каждое из них было шагом в правильном направлении, и это позволяло его страсти блистать. Как он и подозревал, это не всегда было просто. Были времена, когда он пугался. Но по мере обнаружения затруднений, он использовал их как стимулы для продвижения к своему величию. Винченцо приобрел репутацию страстного музыканта. Его дарования росли. Перед ним открывались двери, он смог играть с другими мастерами. Вскоре он смог играть в наиболее престижном концертном зале. Его мечта играть свершилась. Наступило время его опуса, но закончилось ли путешествие? Это был вопрос, который задал ему пожилой мастер. Он все еще пытался отыскать ответ. Твой опус — это не то, что ты делаешь, а след, который ты оставил в истории. Винченцо часто думал, что бы это могло значить. Совершил ли он все, на что был способен? Он был человеком, который играл в самых богатых концертных залах. Он заслуживал уважения среди других музыкантов. Он сочинил наиболее выдающиеся симфонии. Его боготворили поклонники и почитали люди как величайшего скрипача. Винченцо все еще не понимал. Я думаю, все мы имеем уникальный код ДНК.
И, наверное, это нам необходимо, чтобы помогать окружающим, помогать другим вырабатывать цели, видение. И самыми значимыми наградами в моей жизни были возможности наблюдать за успехами других людей, которые были мне близки. Генри Джеймс говорил, что смысл имеет лишь то, что удовлетворяет душу. Единственное, что удовлетворяет душу, это любовь и признательность. И когда у вас есть признательность и любовь к чему и кому бы вы ни испытывали любовь и признательность, единственное, что вы можете получить, это лишь еще больше любви и признательности. И поэтому, когда вы чего-то достигаете, у вас автоматически возникает внутренняя потребность добиться чего-то большего. Ради какой цели все мы здесь? Мы здесь для того, чтобы давать, чтобы взаимодействовать. Мы здесь для того, чтобы творить, чтобы любить и поддерживать. И все мы, и все вокруг нас отдает. Большинство успешных людей, мне знакомых, имеют простую и фундаментальную философскую основу. Отдавать другим — это ключ к успеху. Мой друг недавно спросил у меня, в чем смысл Вселенной. Я не знаю, почему он не спросил у меня смысл жизни, цели, организации или типа того. И я начал вспоминать физику о том, что делается во Вселенной. Она расширяется с момента Большого Взрыва. Я спросил, расширяться? Он ответил точно. Он продолжал, в этом смысл всего, людей, организации, стран, расширяться. Вы — это элемент Вселенной, и если вы часть Вселенной, она будет поддерживать вас, предоставляя вам необходимые ресурсы. Каждый раз, когда возникает противоречие, возникает конфликт, вы действуете против целей Вселенной. Когда мы ощущаем расширение, Вселенная посылает нам сигнал, что мы на правильном пути. Когда мы чувствуем сжатие, Вселенная посылает нам сигнал, что мы сбились с курса. Это значит, что продвигаясь по нашему пути, мы всегда должны идти таким образом, чтобы чувствовать наше расширение. Служение — это наша высшая цель. Ее смысл — отдавать. Когда вы нацелены на отдачу, вы начинаете получать, и в этом смысл любовного притяжения. В конечном итоге то, что мы привносим, это отражение того, кем мы являемся внутри. И чем больше мы отдаем в окружающий нас мир, тем больше мы делаем себя изнутри. Подумайте о своих счастливейших моментах. Уловили? Я уверен, это имеет мало общего с накоплением богатства. И вряд ли это моменты, когда вы сидели перед телевизором. Готов поспорить, это были такие моменты, когда вы делали что-то для кого-то, что они сами не могли для себя сделать. Или когда вы помогали кому-то реализовать их мечту, или делились частью себя. И в конце концов, разве не в этом жизнь? Жизнь не в том, чтобы иметь, а в том, чтобы делать. И в изменениях, которые вы осуществляете, пока вы здесь. Ваш опус — это не то, что вы делаете, а след, который вы оставите в жизни. Винченцо все еще не понимал. Но ответ наконец нашелся, когда он в одиночестве играл на скрипке в парке. Так Винченцо передал дальше то, что изменило жизнь для него. Когда мальчик уходил, Винченцо наконец понял, как если бы голос старого мастера донесся до него. Помни, твой опус — это не то, что ты сделал, а наследие, которое ты оставил после себя.
Представьте, что вы перенеслись в прошлое, в 1944 год. Вы в колледже Морхаус. Президент колледжа Бенджамин Мэй сидит за столом. Раздается стук в дверь. Он говорит: «Входите». Он видит, как дверь широко распахивается. И в дверях стоят мужчина и подросток. Мужчина проходит и представляется. Мартин Лютер Кинг, Кинг старший. Папа Кинг продолжает: «Я не отниму у вас много времени. Я просто хочу представить вас своему сыну, Марти. Мы зовем его ML. Его настоящее имя – Мартин Лютер Кинг-младший. Ему 15 лет, и он подает надежды и собирается поступать в колледж. Но ему чего-то недостает, и ему нужен хороший покровитель. Я не хотел бы, чтобы моему мальчику оказывали какие-то преференции. Я пришел сюда просить вас, чтобы вы научили его иметь мечту. Пожалуйста, научите моего мальчика иметь мечту». И доктор Мэйлс дал мальчику листок, который мальчик читал каждый день, и который изменил его жизнь, кардинально изменил жизнь. Слова, которые были там написаны, крайне просты и в то же время проникновенны. Эти слова: «Мечта должна родиться в голове, но трагедия жизни не в том, что вы не достигаете своей цели. Нет, нет. Трагедия в отсутствии цели для достижения. Беда не в том, что ваша мечта умрет неисполненной. Беда в нежелании мечтать. Несчастье не в том, что вы не можете распознать свои идеалы. Несчастье в отсутствии идеалов для распознания. Позор не в том, что вы не достигли звезд. Но это позор, если у вас нет звезд для достижения. Не провал, а маленькая цель – это грех. У вас есть мечты, большие мечты и возможные мечты. Мечты, которые могут стать вашим наследством, вашим опусом, той причиной, что привела вас на эту планету. Я глубоко убежден, что каждый из нас особенный. Мы все имеем уникальные, различные, замечательные качества. Мы не должны сравнивать себя с другими и выяснять, кто лучше. Мы должны искать наши собственные, особенные дарования. Когда вы их обнаружите, у вас возникнут устремления, связанные с вашими талантами. Двигайтесь в согласии с вашими дарованиями. Действуйте. Поэтому, если вы видите ваш опус, действуйте сейчас. Действуйте. Не надо молиться. Не надо ждать, пока с вами произойдут чудесные события. Двигайтесь вперед активно и достигайте успеха. Все мы создаем свой опус. Все мы оставляем наследие. Подходите к концу жизни с мыслью, что жили с воодушевлением, любовью, радостью и счастьем, потому что вы можете добиться успеха в жизни, но это не гарантирует счастья. Вы должны жить с любовью и с воодушевлением, которая возникает из вопроса: «Почему я здесь?» И тогда вы будете счастливы и успешны. Вы в душе знаете, что хотите сделать. Это может быть организация предприятия, оказание услуг, публикация книги и многое другое из того, что подходит именно вам, чего вы еще не сделали. Вам нужно определить вашу мотивацию, что заставит ваше сердце биться быстрее или вспотеть. Если вас это вдохновляет, я хочу, чтобы вы начали действовать. Я хочу, чтобы вы встали и сделали что-то. Я хочу, чтобы вы отважились и сделать что-то достойное. Я хочу в конце своей жизни иметь возможность ответить: сделал ли я в своей жизни то, что мог бы? Да, несомненно. Поэтому еще не поздно, пока еще есть время. Радость вашей жизни, страсть и успех зависят от того, что вы скажете: «Да, я именно такой», и станете этим человеком. Многие люди проживают свою жизнь, надеясь, что у них все будет хорошо до смерти. Но жизнь намного больше, чем это, чем просто время между рождением и смертью. Есть намного большее, чем жить день за днем, хотя многие люди никогда не обнаруживают этого. Я знаю, что я не просто тело и личность. Я знаю, что во мне есть нечто большее, глубокое и чудесное, что-то экстраординарное. И чем дольше я живу с этой мыслью, тем больше мне удается увидеть в других людях, что они экстраординарные, что они что-то потрясающее. И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что каждый момент в моей жизни изумительный и впечатляющий. Это дар, который я получила, ответив на вызов. Это мой опус. Теперь у вас есть инструменты.
У вас есть видение, вы верите в то, что это возможно. Вы уверены и знаете почему. У вас есть действия, с которых можно начать. Знаете кого-то, кто сможет вам помочь. И никакое препятствие не сможет вас остановить, лишь замедлить. Вы творец собственной жизни, и ваши великие моменты перед вами. Это решение. Что вы решите сделать сейчас? Каким будет ваш опус? Твой опус — это не то, что ты делаешь, а тот след, который хочешь оставить в жизни за собой. Одно из божественных требований долгосрочного успеха — это научиться обладать им, научиться узнавать о себе и использовать свои способности на благо других людей. Музыка Винченцо была великим подарком для тех, кто ее слышал. Но истинный дар был в том, что он создал наследие. Это был его истинный опус. А сейчас, по прошествии многих лет, имеется вопрос, который нам нужно задать себе. Каким будет мой опус?